Ребята, всем привет, с вами Эрчи, и это коротенькое видео пригодится тем, кто так же, как и я, блуждал по вот этой самой комнате в поисках различных кнопок и пытался открыть или хоть как-то убрать вот эту вот каменную стену-дверь. Итак, давайте, чтобы не тянуть, не терять ваше время, я быстренько покажу, на какие кнопки нужно нажимать и в каком порядке, чтобы убрать вот эту вот самую стеночку. Погнали. Сначала вот эту кнопочку. Потом вот эту. Еще вот эту. И, наконец, последнюю четвертую кнопку. Вот эту. Все, как видите, стена, дверь убралась. И мы можем спокойно заходить и забирать дневник Леандры. И флакон крови той же самой Леандры. Вот, собственно, на этом все. Если это видео оказалось вам полезным, не забудьте жмякнуть лайк. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и пока-пока.